привлекательны. Вот в чем и драма. У меня любовник с чертами характера мужа. Что ж, дай подумать. Ты слишком худая, но кому-то это нравится. Ты забавная. Роман Невиль. Из хорошей семьи, умный. Выведет свет, кроме лошадей, увидишь еще что-то. От кого это? Но он скучноват. Есть еще один князь. Он не скуп, но пожилой. Мне нужна работа, чтобы обеспечивать себя. Я хочу быть актрисой. Для восходящей звезды ты старовата. Это странная идея. Ты известна, со многими знакома. Ну, подбери мне что-нибудь. Что-нибудь? Чем ты занималась до Бальзана? Ну, шила немного и все. О, этого добра полно в Париже. Хотя у тебя хорошо получается. Мне все обзавидовались из-за твоих шляп. Ты могла бы работать в шляпном магазине. Да не хочу я. Ты сама не знаешь, чего хочешь. Эмильян, помоги. Ты сказала Бальзану, что уезжаешь? Тогда возвращайся. Спросит, скажи, что была у меня. В общем, ври, что хочешь, только не признавайся, что хотела уйти. Еще туже. Куко, ты не обижайся. С Бальзаном жить легко, тебе повезло. Пользуйся. Повезло. Привет. Проголодалась? Вот маффины. Вкуса в них никакого. Но англичане обожают. Слушай, Бой, что ты будешь делать с баржами угля, которые ты заставил меня купить? Я напомню тебе, война не за горами. Было бы неплохо. Сможем продать его по огромной цене. Ты вложил деньги в уголь? Если быть точным, Кэппл пойдет на все. Что превратится в самого крупного дельца в Англии. Я прав, а? Так что продавай уголь. Я тебе за это плачу. Кстати, без его советов мне пришлось бы работать, как бедняге Монлёру. Монлёр. Олух. Работа. Какое жуткое слово. Но достойный способ содержать себя. Зато самый утомительный. Месье Бертон прибыл. Коневод из Кардиффа приехал. Пойду встречу. Идешь? Чуть позже. Поспеши, я говорю по-английски, как корову по-испански. А я должен заполучить эту лошадь. Я хочу сердце тьмы. А, вот еще. Не пугай ее. У нее дурацкая привычка испаряться. Я боялся, что больше не увижу вас. Вы здесь несчастны? Вам пора идти. Бальзан ждет, вы ему крайне необходимы. Но вы не ответили на мой вопрос. Если я буду отвечать на все вопросы. Так вы работаете или притворяетесь? А вы как думаете? Здесь никто не работает. Возможно, я и хотел бы делать вид, но у меня не было выбора. Моей матери не хватило одной мелочи, дворянского титула, чтобы мой отец смог жениться на ней. Так что меня вырастили чужие люди. Не нужно меня жалеть. Разве я выгляжу несчастным? Ведь иначе я бы, скорее всего, ничему не учился, не путешествовал, не читал бы книг. Но, возможно, больше нравился бы вам.
чересчур строго. Ты же заказала наряд сироты. Что ты об этом знаешь? Сироты носят лохмотья. Они ходят почти голые. Разорви немного. Нет. Прошу тебя. Ох, ну ты зануда. Ног не видно, грудь закрыта. Гораздо сексуальнее, когда их только угадываешь. Упрямая, как ослица. Габриэль? А? Как вы прелестны. Спасибо. Рада тебя видеть. Как я тебе? Строго. Но я не хочу быть строгой. Это катастрофа. Ты снова юноша? Не хотела менять облик. А я по-прежнему в навозе, как видишь. Коко, не поможешь мне? Все спадает. Все хорошо, ничто не сковывает движение. Я чувствую все складки здесь, и я люблю, когда затянуто. Почему ты хочешь носить то, в чем невозможно дышать? У нее на все найдется ответ. Это раздражает. А хорош пират. Вечер. Капитан Джон Рэком. Я могу вам чем-то помочь? Вряд ли. Я не верю, что вы счастливы. Мне нужна только работа. Вы подберете мне что-нибудь в своей куче угля? Боюсь, что для дам нет ничего подходящего. В таком случае, что толку в вашем предпринимательстве? Хочу вас впечатлить. Так кто же вы на самом деле? Ястреб летит на охоту, если поймает кукушку. Оп! Счастья мне это не принесло. Ну а каково это? Что чувствуешь, когда влюблена? Радость или тоску? Откуда ты взялась такая? Каково быть влюбленной? Это когда тебе плохо, очень плохо. Куда вы уходите? Домой. Но игра ведь еще не закончена. Здесь мне делать нечего. Но как же, Бальзан на вас рассчитывает. Вам хорошо известно, почему я здесь. Но зачем уходить посреди ночи? Рассветет и пойдете. До свидания, Габриэль. Останьтесь, Бой. Зачем мне оставаться? Все в парк, все в парк, быстро, пошли. Пошли, пошли, скорее, скорее, скорее. Итак, разбиваемся на группы, играем в прятки. Знаете, что такое прятки?
Вообще-то я не привык раздевать мужчин.